У нас снова проблемы, Хьюстон. Мимо летят года, она также не умеет жить без боли. Летя не к солнцу, а на свет от люстры, задаваясь лишь одним вопросом. Кто я? Я просто тень, Хьюстон, просто тень. Тех серых будней, что унесли кучу самых ярких событий. Мне нужен день, Хьюстон, нужен день, чтобы, собрав все прошлые мечты, забыть их. Ты же знаешь, я давно потерян в межгалактических путях и среди самых страстных нимф. Вспомнив истории полета, я забыл, как верить. А счастье, что строится с нуля, для меня также миф. Здесь время тянет за собой в вечность. Но я все жду, пока страдания разума заменит радость. Помнишь, я оценил душу, наплевав на внешность. Тогда поверь, это все, что от меня осталось. И мне кажется, причина здесь одна. Вернее, в одной. В той, что так тленно пленила рассудок. Хьюстон, я бокалы неприязни выпивал до дна. А невесомость вместе с нею длилась 300 суток. Давай больше не будем врать, что наш с ней фрегат не смог дождаться свыше спасения. Мы просто оставили его умирать с фразой «все будет хорошо». А это худшее утешение. Теперь скажу честно, я летал с другими телами и свинцовой надеждой. Но каждый раз, возвращаясь в астрал, снова видел ее без слов и без одежды. Алло, Хьюстон, ты еще на связи? Просто скажи, как дальше жить без ошибок, прием. Ведь этот путь до короля из грязи не стал последним. И в ее башне не нашел свой дом, видимо, я потерял рассудок. Когда летал высоко, но остался навечно умирать на дне, тогда мне нужны спички и букет незабудок. Чтобы не забыть, как я с ней жил во дне. Меня смешат ее слезы, Хьюстон. Ведь они лживы, как улыбки самых сумасшедших душ. Она считала, что любовь — искусство. И после каждой новой ссоры вытирала тушь. Прости, Хьюстон. Просто я дурак, что смог отречься от свободы, не надев невзрачную ее оковы. Оковы. Засыпая на плече, я уходил во мрак. Ну, рад, что смог выбраться из космокома. А знаешь, что было дальше, Хьюстон? Я улетел один, не попрощавшись и не обещавши вернуться. Но даже тогда она задела за мертвые чувства. Но в голове словам любви я приказал заткнуться. Знаешь, как мне было страшно? Когда в порыве гнева убил бабочек в животе и все сказки сжег... Но теперь последняя просьба. Для меня это важно. Подари счастье и любовь той, кому я не смог. Надеюсь, Хьюстон, ты меня поймешь. Ведь летавший вдвоем слишком много осознал за эти годы. И если в космосе когда-то будет дождь, я восприму тот Петрик как знак свободы.